снижение порога количества подписей, необходимых для регистрации кандидатов, оно способствует тому, что многие желающие, скажем так, ну не все, которые там, которым делать нечего, вот я хочу побороться на пост Башкана, но 5-6 тысяч голосов и подписей — это очень много, учитывая то, что многие кандидаты, некоторые кандидаты, простите, начали собирать подписи еще задолго до старта самой кампании. Потому что я вам скажу, что мы начали собирать подписи через 2 часа после начала раздачи подписных листов, и в некоторых населенных пунктах мы столкнулись с проблемой. Потому что люди не хотели давать нам подписи. Почему? Только вот мы шли, еще никого не было. А вот мы несколько дней назад, а первый день сегодня выдачи бюллетеней и подписных листов, несколько дней назад мы уже дали там за кого-то подпись. Ну, мы не стали, скажем так, выяснять, кому, что, как. Прошлись по селу, но было очень сложно. А если бы был порог оставлен 300 подписей и 6 тысяч максимум, я думаю, что максимум 2, может быть 3 кандидата смогли бы собрать подписи, больше никто.